Один из лидеров партии социалистов, господин Варданян, спасибо за поддержку. Не все члены партии социалистов продаются. Некоторые действуют по убеждениям. Добрый день, уважаемые друзья, с вами Александр Калинин. Вашему вниманию хочу предоставить видеоматериалы, которые вчера прошли по средствам массовой информации. Всем любителям и поклонникам президента Додона, которые считают, что президент озабочен положением граждан в Республике Молдова, хотя все его действия показывают обратное, и отношение к гражданам, которые находятся за рубежом, и отсутствие желания поддержки, отсутствие желания возвращать всех граждан, обложение всеми возможными обременениями, покупать полисы, штрафы и прочее. Также отсутствие вообще программы по поддержке граждан Республики Молдова, которые находятся на территории Республики Молдова. Считаю, что президент должен подать в отставку. И президента надо привлечь к уголовной ответственности за все преступления, которые он совершил в должности президента Республики Молдова. Господина Додона я знаю очень давно и хочу вам сказать со всей ответственностью, что этот человек озабочен только личным положением дел. И он озабочен только вопросом личного обогащения себя, своей семьи, своих родных. И я об этом постоянно говорю. Но некоторые все-таки граждане остаются убежденные в том, что президент именно избранник народа и будет работать для народа. Ему просто не давали работать 4 года. То парламент, то Конституционный суд, то еще какие-то обстоятельства. Что мешает танцору плохому, мы все знаем. А что мешает плохому политику? Плохому политику мешает его народ, который хочет кушать. Друзья, смотрите, пожалуйста, эфир и делайте выводы. Додона надо отдать под суд, парламент в отставку и всех членов кабинета министров тоже привлечь к уголовной ответственности. Комиссию по чрезвычайной ситуации, всех членов комиссии к уголовной ответственности. И мы с вами это сделаем. Пожалуйста, смотрим и комментируем. Александр Калинин, всего доброго. Главу государства обвиняют в ложных заявлениях. Депутат партии «Платформа достоинства и правда» Юрий Реницы представил документ, из которого исходит, что в 2015 году супруга Игоря Додона была вовлечена в управление компанией «Эксклюзив Медиа». В декларациях президента о доходах и имуществе Галина Додон указана только как сотрудник этой компании. Однако, исходя из биографии, она занимает должность финансового директора. Компания принадлежит депутату-социалисту и фигурирует в уголовном деле об отмывании денег. В пресс-службе президента заявили, что глава государства не комментирует позицию оппозиции. В распоряжении Юрия Ренец оказался документ, по которому Галине Додон было предоставлено право подписи и печати для администрирования счетов компании «Эксклюзив Медиа». 2 декабря 2015 года в коммерческом банке «Виктория Банк» общество с ограниченной ответственностью «Эксклюзив Медиа» представило документ с образцами подписи и оттиском печати. Согласно этому листу, помимо директора Петра Бурдужи, правом подписи была наделена и гражданка Галина Додон. Эти факты свидетельствуют о заинтересованности семьи Додон в управлении «Эксклюзив Медиа». Право подписи позволяет ей участвовать в управлении активами компании и в процессе администрирования. Депутат утверждает, что Игорь Додон не указал в декларациях об имуществе и личных интересах должность своей супруги как члена администрации компании «Эксклюзив Медиа» и может быть подвергнут уголовному преследованию за ложные показания. Прокуратура должна хорошо выполнить свою работу, продолжить расследование по Багамскому делу. Мы были бы очень рады увидеть генерального прокурора в парламенте как можно скорее. В пресс-службе президента заявили, что не комментируют
комментирует обвинения оппозиции. В биографии Галины Дадон отмечается, что она является финансовым директором «Эксклюзив Медиа» с 2012 года. Компания, принадлежащая депутату-социалисту Корнелю Фуркулице, фигурирует в уголовном деле об отмывании денег в особо крупных размерах, находящемся сейчас в ведении антикоррупционной прокуратуры. Предположительно, через эту фирму были взяты кредиты у офшорной компании на Багамах на сумму 1,5 миллиона евро. В деле фигурируют и имена целого ряда депутатов от ПСРМ. «Эксклюзив Медиа» принадлежат несколько медийных структур, аффилированных партии социалистов. Господин Варданян, ждем инициативную поддержку партии социалистов для отстранения президента Дадона от занимаемой должности и возбуждения уголовного дела.